которая сейчас выйдет на танцпол, раньше участвовала в «Фабрике звезд», а также представляла Россию на конкурсе Евровидения. Одним словом, как хорошо потусоваться и отдохнуть, она знает не понаслышке. Посмотрим, как же проявит она себя на сложных тренировках. Талантливая певица Наталья Подольская и ее напарник, олимпийский чемпион Максим Маринин. Я знаю, что в Беларуси меня очень любят, и это взаимно. И во время «Фабрики звезд», когда был проект «Фабрики звезд», Беларусь очень болела за меня. И я думаю, что на этом проекте все повторится. Я надеюсь на это. Лично для меня это что-то новое, что я никогда еще не пробовал. Первое, скажем так, опыт, такой стопор вообще. То есть не понимаешь, куда должны идти ноги. Тут еще к ногам должны подключиться руки, голова и, в общем, все работать, все тело. Ах, да, нет. Нет, сначала опускаешь, даешь, бум, после этого, как ты отбираешь, ты говоришь, ах так, ну пошел отсюда, выпрямляешь до конца и ловишь. Ну, пока мне нравится больше лед, и это естественно, потому что это что-то новое, и это необыкновенное ощущение полета, скольжения и поддержки, когда, в общем, это какое-то волшебство, просыпается творческий такой азарт, хочется придумывать. Моя любимая дочушка. Вельми ганаруся тобою и жадаю тебе перемоги и отримать великую осолоду от усяго, что будет на этом проекте. Как вы уже догадались, пара, представляющая Белоруссию, певица Наталья Подольская и олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Максим Маринин. Бла-бла-бла-бла, ча-ча-ча. This is called a blah blah cha cha cha. Having words to fit is true, so you just say blah blah cha cha cha. We'll be right back.
Прежде чем согласиться на участие в нашем проекте, Наталья спрашивала меня, кто будет моим партнером. Для меня это очень-очень важно. И когда они провели первую тренировку с Максимом Марининым, она позвонила мне вечером и сказала: «Илья, спасибо тебе большое, это замечательный человек. Я очень-очень рада тому, что именно он стал моим партнером в проекте «Лед и пламень». Я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые телезрители, на то, какой смелый танец показали нам только что Наташа и Максим. И кто бы из вас мог поверить, что Наташа по образованию юрист? Я хочу напомнить нашим телезрителям, что пары, участники нашего проекта, представляют разные страны. Наташа Подольская и Максим Маринин представляют Беларусь. Наташа, скажи, пожалуйста, кто будет болеть за тебя в Беларуси? Ну, в первую очередь, это моя семья, мама, брат, племянница. И надеюсь, что вместе с ними вся Республика Беларусь. Наташа, я любуюсь очаровательным белым платьем, понимаю, что сложно выйти, наверное, из образа невесты. И вот по этому поводу я не могу не задать такой вопрос. Я думаю, что ни ты, ни Володя не можете не понимать, что участие в шоу такого рода чревато. Ну, чем чревато? Ну, разными обстоятельствами, в том числе, да что греха таить, разводы бывают, и новые чувства возникают. О чем думает Владимир Пресняков-младший, отпуская красавицу-жену на этот проект? Ты знаешь, я горжусь Володей за то, что он именно тот мужчина, он идеальный мужчина, и он всегда дает мне попробовать себя в разных областях, будь то танцы, будь то пение, будь то цирк, будь то что угодно. Он все понимает, он меня любит и очень-очень волнуется. Спасибо тебе, Пресня. Скажи, пожалуйста, есть ли что-то на нашем проекте, чего ты действительно опасаешься? Пока я ничего не боюсь. Вообще, я хочу сказать огромное спасибо за выбор для меня партнера, потому что с Максимом мне очень комфортно, очень весело, очень... Все, мне кажется, все получается, и у нас все получится, и мы красивая пара. Молодцы. Молодцы, что вы верите в себя, и мы будем верить в вас. Удачи вам!